День города Сочи отмечают 21 ноября. Празднования же начнутся 19 и продлятся вплоть до 24. Мероприятий запланировано несколько десятков. Это концерты, выставки, мастер-классы, торжественные награждения. Организационные вопросы мэр Сочи обсудил с главами районов и начальниками городских управлений. Нам нужно организовать действительно достойный праздник День города. У вас есть определенные традиции, которые заложены не нами, заложены народом, заложены местными жителями. И ни в коем случае их нарушить нельзя. Нужно подготовить город в самом серьезном виде его. В сам день города торжества начнутся в 8 утра богослужением в храме Михаила Архангела, покровителя города Сочи. Продолжатся крестным ходом и концертом духовной музыки. Массовые мероприятия намечены на субботу, 23 ноября. В полдень в Черешневом саду юных сочинцев ждут 15 игровых площадок. В 14 часов от ЗАГСа стартует пешеходная экскурсия «Исторический бульвар». В Имеретинке пройдет массовый легкоатлетический забег на кубок главы города. А гала-концертов будет сразу два. На площади флага в 17 часов состоится концерт духового оркестра Росгвардии, биг-бенда Сочи, симфонического оркестра города. И главный сюрприз – выступит приглашенная звезда. Кто именно, пока держится в секрете. Почетными гостями праздника станут делегаты из британского города-побратима Челтенхэма. А на площади Южного Мола также в 17 часов ожидается концерт молодежных кавер-групп города. Далее в программе гала-концерт фестиваля живой музыки с участием звезды отечественной эстрады Нюши. Ну и в завершении дня праздничный фейерверк. Подробнее ознакомиться с графиком празднования Дня города можно на нашем сайте fkt.com и официальном сайте администрации Сочи. Обсудили на оргкомитете и концепцию оформления городской среды. Ключевым цветовым акцентом дизайнеры выбрали оранжевый цвет – цвет апельсина, мандарина и хурмы. А ключевой образ – маленькая девочка, которая держит в руках кисть и палитру с оранжевым цветом и рисует букву «О» в слове «Сочи». Силуэт города в этом году пополнили такие достопримечательности, как скульптура Мацеста, сочинский маяк, ротонда парка Фрунзе, колонна со скульптурной композицией Михаила Архангела и телебашня. Инга Габеша, Николай Тихонов, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.